16 марта. Сегодня у нас минус 6, солнечно. Вот, сегодня. Сейчас вышли погулять маленько. Проснулись, покушали, ну, там приготовили все, что нужно. Домашние дела всякие. Вот и сейчас решили с Олей маленечко выйти на улицу. У меня тут задача на заднем дворе снег почистить, чтобы здесь быстрее это все дело оттаяло, так как весна потихонечку уже наступает, и здесь солнца хватает, и вот с такой плиткой, чтобы уже было сухо. И вот с плиткой мы прям, знаете, угадали, прям. Вот иногда покупаешь какие-то стройматериалы и думаешь, ну как будет с этой плиткой для улицы. Прям, если из 100%, то 1000. Качественно, не скользит зимой, быстро это сохнет, оттаивает лед. Просто смотрится красиво, солнечно. Офигенно, короче. Я вот тут заметил, где вот сверху снег убираю, там он лед начинает таять. И тут уже вон сухо. Посмотрите. Здесь уже сухо. Вон. Сухая плитка, вот прям офигенно. Как будто мы летом сейчас. И вот потихонечку здесь вот вчера еще зачистил. Сейчас этот лед тоже растает. И в принципе у нас уже двор будет чистый. И здесь очень сильно заметало. Я сейчас тут тоже весь вот этот снег отсюда его перекинул туда. Там у нас газон. И там будет как раз таки хорошо для газона. Весь этот снег растает. Вот тебе и удобрение. И вот эта вода польет газончик. Тут земля забирает эту воду достаточно хорошо. Вот газон в себя быстро впитает это все. Ну а тут достаточно быстро у нас наступит лето. Потому что у нас тут что-то заметало, беседку замело. Осталось вот этот вот кусочек зачистим. И потихонечку здесь начнет тоже таять. Наша беседка. Второй год только, как мы ее сделали, офигенную нашу беседочку. В этом году у нас задача ее здесь обустроить. Вот. В прошлом году, в конце года, вот эти стеклопакеты поставили, специальные, хорошие качественные стекла. Вот. Отсюда круто смотрится. Все, что нужно, сделали. Еще осталось чуть-чуть потолок. Покроем этим, не знаю, как, залакируем, что ли. И, в принципе, здесь технически все готово. Постройки. И плитка, и окна, и все, что нужно, есть. Вот в этой части диван поставим. Короче, в этом году мы уже будем нашу беседку обустраивать. Новый этап. И уже будем летом здесь кайфовать. Потому что предыдущие разы мы только там что-то стены подняли один год. Потом начали плитку делать. Потом стеклопакет, выделили денег. Вот этот гриль. Вот только этот гриль стоит 150-160 тысяч. Плюс всякие там аксессуары. Офигенный газовый гриль. И, в принципе, все готово. Электричество, вытяжки, все, что требуется, коммуникации, вода. Все, все тут есть. Вот. И в этом году только останется уже рассчитать сюда. Вот сейчас хотим диван организовать, чтобы летом было местечко, где можно поваляться, дети здесь, чтобы играли. Там гости приедут, здесь можно отдельно посидеть до поздней ночи, хоть орать сколько влезет.
и никому не мешаешь. Вот. Место для детского веселья и взрослой тусовки. Вот так. Днем дети будут тусить, вечером взрослые. Да. Ну, к дочке гости приходят, там, девчонки. Ну, они здесь могут рисовать, играть, что-то веселиться, валяться, отдыхать. Летом они в бассейне купались, в хамам выбегали, грелись, выбегали сюда, здесь сидели, кушали, там что-то пили, да. Играли. Там он у нас хамам, вот. Сходил в хамам, вот этот гриль я поставлю на улицу, у нас есть тандыр и гриль. Это все дело решили вот на улице ставить, потому что зимой что-то нам не больно охота пользоваться этим всем делом. Достаточно и дома сделать, он в духовке. Как бы думаешь летом, ну все, зимой тоже будем делать. А потом открываешь там дверь, на улице минус там 20, и думаешь, да ну нафиг, короче, это все. И не хочешь. Еще этот снег заметает, и еще и снег чистить, еще это вся, короче, думаешь, да ну... Плюс еще, если газом делать, газ чуть-чуть застывает, нужно там зимний газ. В общем, целая история. И мы пришли к выводу, что ерундой заниматься не будем. Пока зимний период, все пускай внутри стоит. А летом все вон достаем на улицу, а летом прям мы постоянно делаем шашлыки. Ну, мы зимой тоже делали постоянно шашлыки. Это у папы уличный мангал. И ну, там на улице, да. Делать, да. Так что это все дело уйдет на улицу, а здесь у нас будет такой вот видок на наш сад-огород. У нас красота летом здесь. Есть всякие разные тут столы, всякие пуфики. Посмотрим, что куда организовать. Ну и вообще диван хотим у родителей взять, потому что они новые себе покупают, а тот сюда поставить. И в планах, думаем, обшить его как-то под один цвет. И можно вот эту скамейку тоже в этот же цвет сделать. Да. То есть, в принципе, для нормально будет. Заработаем денег, выкинем все и поставим сюда что-то более современное. Но пока и так хорошо. Да, но и так ништяк все. Вон там снега навалило. Офигенный стеклопакет вот эти. Мы такие вещи стараемся делать качественные. Не дешевое удовольствие, но зато офигенное, хорошее прям стекла, не разделены вот такими штуками, а такой в полный рост, специально бронированные стекла, снаружи бронзовое напыление, и смотрится очень-очень круто. Успели мы тогда еще брать по... Старый цене. Да, если бы тогда не сделали, сейчас оставили. Мы точно не сделали. Это точно. Мы даже еще до начала каких-то вот этих санкций конфликтных уже цена поднялась. Да. Там, там какой-то момент был, если помните, цены на стройматериалы поднялись, когда вот эти ДВП, ОСБ, все, металл поднялся в цене. И вот эти стеклопакеты раза, наверное, в 2-3 в цене поднялись. А сейчас, плюс еще санкции, этот конфликт мировой, это вообще жесть. Так офигенно, что мы сделали дом. Вообще просто хорошо, что мы так с Олей все-таки решили. Мы 2 года пыжились. Вот мы заехали и без остановки. Без остановки вообще, вот все, что вы здесь видите, это мы сами все организовали. Просто, не знаю, минимум 2 года без перерыва в строительном сумасшедшем доме. Потом обустройство ландшафта тоже бесперерывно. Просто вот как это, заведенные. Вот, типа, ну, поехали. Давай, Оля, выдохни, погнали. Мы утром вставали и ехали там на какие-то, ну, закупки. Закупки это делать, то делать, переделать. Люди, строители, материал закупить, найти дешевле, дороже. Бетономешалка приезжает. Да, одеваешь галоши, ныряешь в бетон, начинаешь все месить. Ну, и в итоге, короче, мы с Олей это все дело за несколько лет... Ну, короче, за 3 года мы сформировали просто обалденно офигенный дом и двор. Вот. Теперь этот год уже, тот год уже начали чуть-чуть наслаждаться. Чуть-чуть.
Да, этот год мы уже будем прям полноценно наслаждаться, потому что двор мы сделали, ландшафт, все, что можно было, в принципе, посадили. Ну, будем добивать сейчас, конечно, дорабатывать. И еще сделали основные такие стройтемы, сложные такие, дорогие. Теперь только остается нам вот тут, типа, куда стол поставить, где цветочки будут стоять, куда там телевизор подвесить. Вот как это называется? Дизайн, да? Наводить интерьер, да, больше уже интерьер. Вот. Бежать, торопиться никуда не надо, никаких крупных строительных закупок делать не надо. И хорошо, что мы это все сделали, потому что если бы мы сейчас это делать, захотели делать, вот это, строить эту беседку, о, эта беседка бы обошлась сейчас. Эта беседка и так нам обошлась недешево сейчас. Потому что бетон-то там хороший. Да, да. Тут у нас офигенно дорогой кирпич. Это на тот момент-то я думал, что он дорогой, а сейчас я не знаю, он золотой. Короче, золотой кирпич. Золотые вот эти окна, витражи всякие. Плитка просто, ну, я не знаю, алмаз, алмазное. Дерево тогда стоило, как, не знаю, ну, как, ну, копейки это все дело стоило. Сейчас это дерево стоит тоже, золото, все в золото превратилось. У нас еще алмазный был этот специалист по плитке. Да, еще человек, который туда плитку ложил офигенно, идеально просто. И сейчас такое все уже, ну, не знаю, такая беседка нам-то тогда, ну, чуть ли не в лям, наверное, обошлась. Вот эти окна, сколько мы там, Мауля, отдали, не помнишь? Не что-то помню. Ну, короче, лучше не врать, но это ролики. Да, скорее точно всего, не там... знаю, но я думаю, что лям у нас ушел. Нет, окна у нас дешевле. Мы нет, на беседку. А, на беседку туда. Потому что тут бетонирование, вот заливка, основа, стены. Я только про окна говорю. Крыша, заделка вот этого всего дела. Вот это стеклопакеты, плитка, коммуникации, электрика, водоотвод, канализация. Вот это все. Работа. Заделка плюс все это за работу надо платить, конечно. Никто это не будет делать бесплатно. Что могли, сами сделали что-то там. Основное, конечно, работники разные устанавливали. Теперь такое построить, это уже, не знаю, вот в этом году бы, если я уже делал, не сделал бы уже, наверное. Вот сейчас вот, если сказать, вот здесь пустота, и мне надо беседку построить. Фиг его знает. Ты бы, наверное, купил такой зонтик летний, да. Потому что эти материалы, во-первых, сейчас уже и достать очень сложно. Заморочки какие-то с доставками. Плюс это было бы не совсем качественно. Ну, если такое же качество бы покупали, оно и в цене. Короче, та ситуация, которая сейчас у нас экономическая, политическая. И это все, блин, офигеть, сколько бы стоило. Вон соседняя собака. Знакомьтесь. Да, знакомьтесь. Вася. Да. Зовут Вася. Это у нас волкодав. Вася, привет. Привет. Собака в мой рост, короче. Вот иди такие гуляй. Вот в России собаки. Иди гуляй. Иди. Мощный. Какая у него порода? Красивый, да? Нет, нет. И этот... Забыл. Забыл. Ну, короче, волкодав по-другому. Вот, с порезанными ушами там все дела. Хорошенький такой. Мощный. Когда там сидит. Когда там сидит, да. Вот так вот. Даже вот деревья мы здесь вон. Алабай, да, вот, алабай, точно. Соседи тоже вам построили сбоку. Гараж-беседка. Тоже успели в прошлом году сделать.
Я думаю, что тоже хорошо, что они сделали это в прошлом году. Потому что в этом году даже они под конец года делали, они уже металл закупали в два раза дороже, чем я закупал. Плюс мы тут весь двор все бетонировали вокруг дома. Тут у меня вышло 200 квадратов бетона. И на эти 200 квадратов армировка была 8-10 миллиметров. Вроде вот это металл. Ну и там еще много чего. И такой металл, если сейчас покупать, это просто, я не знаю, можно дом построить. А я это двор бетонировал. Тогда-то это не дешево, как бы там 2 года назад там делали. Тоже не дешево. Достаточно дорогое удовольствие. А в конце прошлого года металл подскочил там, я не знаю, в несколько раз дороже стал. Это вообще пипец. А сейчас я не знаю. Сейчас вообще... Сколько это все дело стоит? А сколько мы денег на деревья отдали? Да, столько всего посадили. У нас еще и сортовые деревья, очень много сортовых. Да, сортовые деревья. Так что хорошо, что все сделали вовремя. Зато теперь у нас это все дело сделано, посажено. Я, короче, к чему это все? К тому, что, ребята, если вы хотите что-то делать и у вас есть возможность сейчас сделать, то лучше делайте сразу. Не надо откладывать, типа, да, попозже сделаю, пока не охота. Вот, если дело не совсем в деньгах, а просто хочется или не хочется, типа, это лето, типа, позагораем, а потом сделаем. Не надо так. На следующее лето вы уже в два раза будете больше отдавать. Лучше делать все сразу. Все. Да. А теперь я буду вот это вот здесь чистить.